Так мы снимаем это на видео, и пусть все увидят, весь Кавказ, вся Россия, как мы празднуем наш день города! Друзья, на самом деле, это будет уникальный кадр. Как это бывает на всех больших футбольных событиях, и не только. Вот вы знаете, когда все достают телефоны и включают фонарь. Все, без исключения, достают телефоны и включают фонарь. Давайте попробуем это сделать. И тем самым усилим наш фейерверк. Усилим! Это Владикавказ, это наш любимый город, которому сегодня исполнилось 230 лет! Поздравляем! Но сейчас мы умолкаем, для того, чтобы вы все смогли насладиться этим праздничным фейерверком! Ну и, конечно же, свою работу начинает наш замечательный... Сестра, подойдите к нам к сцене. Вот сюда прямо, корите скорой помощи. Итак, еще раз.